Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как Aergo. Aergo планирует создать блокчейн четвертого поколения корпоративного уровня, позволяющий пользователям легко развертывать свои DApps на платформе проекта. Он также позиционирует себя как соединительный мост между бизнесом и блокчейном. Проект Aergo разрабатывает современную экосистему, поддерживающую распределенной облачной архитектурой на базе технологии блокчейн. Работает он на основе платформы CoinStack, проверенного корпоративного продукта, имеющего более 25 миллионов пользователей, и разработан компанией Blocksco Inc. Клиентами компании являются Samsung, Amazon, Microsoft и IBM. Платформа Aergo планирует решать ряд задач, стоящих перед предприятиями в принятии технологии блокчейн, которая включает в себя отсутствие безопасности, трудности интеграции, ограниченные технические знания о новых структурах программирования, конфиденциальности, масштабируемости и ограничения функциональной совместимости. Далее мы видим дорожную карту проекта. Свое начало они взяли 2018 года, квартала 2. Далее уже в квартале 3 2018 это бета-версия платформы. Ну и уже в четвертом квартале это уже тестовая сеть будет готова. В начале 2019 публичная сеть. Выпустят они публичную сеть. Ну и в квартале 3 2019 года уже они выйдут на рынок. Далее, что хотелось бы еще сказать. Коммерческая и техническая стратегия компании Aergo. Aergo будет служить платформой для создания приватных и публичных блокчейнов. Она будет простой в использовании, безопасной, высокопроизводительной и состоять из трех основных элементов. Это Aergo Chain, это блокчейн-протокол, который развертывается с использованием модели DPoS и совместимый с различными виртуальными контрактными инфраструктурами, включая виртуальную машину Ethereum для обеспечения интерпарабельности. Он также оснащен Aergo SQL, который использует традиционный язык программирования технологии SQL для массового принятия. Также будет Aergo Hub, это интерфейс, который соединяет DApps с Aergo Chain. Этот DApps размещается в концентраторе, который состоит из публичных и частных хранилищ, на которых размещаются коды программы для проекта. Также Aergo Marketplace – это универсальный магазин программного обеспечения, вычислительной техники и любых других связанных сервисов, соединяющих поставщиков с конечными пользователями. Также у компании будет свой токен, называться он будет Aergo. Давайте поговорим о нем и также поговорим о экосистеме, что будет в нее входить. Ну, во-первых, это географические факторы, региональные деловые партнеры, также открытый исходный код разработчика, поставщики технологий, то есть это блокчейн-хосты и облачные различные провайдеры. Ну и пользователи платформы, поставщики DApp, клиенты и различные другие партнеры. Что хочется сказать в заключение? Какие же преимущества у данного проекта? Ну, во-первых, несомненное преимущество проекта – его работа с компанией Blocksco. Это компания, которая создала проверенный и давно работающий продукт с большим количеством клиентов по всему миру. Второе преимущество – это наличие у команды коммерческого и технического опыта для достижения целей проекта. Ну и третье – наличие спланированного набора решений для предприятий, которые планируют создавать продукт на базе технологии блокчейн.
Также проект предлагает уникальное корпоративное решение, и у него есть все необходимое, чтобы создать первоклассный продукт. Это и первоклассная опытная команда, и компании блока, и с реальными клиентами, и реальная крутая идея. Этого всего достаточно. Должно хватить команде, чтобы в следующем году представить миру уже работающий и приносящий пользу продукт. Поэтому я советую вам ознакомиться с данным проектом. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, также их соцсети, ну и, конечно же, телеграм-канал и white paper, чтобы вы почитали и уже приняли решение, стоит инвестировать в данный проект или нет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!